Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр Мрыга, я представитель компании «Стройгарант Анапа», и вы находитесь на одноименном YouTube-канале. Сегодня мы рассматриваем еще один прекрасный дом по улице Ольховской, который находится в жилом комплексе «Жемчужина» в Цибанабалке. Давайте посмотрим вместе. На фасадной стороне нашего дома находится прекрасный красивый забор из металлического евроштакетника. Естественно, есть ворота под автомобиль и калитка для того, чтобы пройти пешком. Основание залито. На 70 сантиметров вниз уходит фундамент. Высота цоколя аж 50 сантиметров. Дому не страшны никакие наводнения. Также отделан дом штукатуркой баунит, и металлическая черепица находится на крыше. Жить уже в нем можно. Давайте посмотрим, что находится внутри. Заходя в дом, мы попадаем в очень уютную прихожую, 11,3 квадратных метра. В прихожей у нас находится щиток, розетка, нативно расположены выключатели, так что вы их найдете даже в темноте. Ну и, конечно, лестница на второй этаж. Под лестницей можно организовать складское помещение, рядом сделать гардеробную. Кстати, там же находится и радиатор. Именно поэтому в прихожей будет тепло. Тепло же еще будет именно потому, что здесь пол с подогревом. И ваша обувь даже в осеннее и зимнее время, естественно, будет сухой. Кабинет, в который мы попадаем из коридора, это санузел. Обратите внимание, санузел, естественно, облицован кафельной плиткой. Также выведены все коммуникации. Есть розетки под зеркала и электроприборы. Хорошее окно с рифленым стеклом, так, чтобы свет проникал, но вас было не видно. Натяжной потолок и, что самое важное, пол с подогревом. Рядом с санузлом находится небольшая комната 12,9 квадратных метров. Как правило, жильцы ее используют как комната для гостей. Она, естественно, поклеена обоями, есть огромное окно, и, как вы увидите впоследствии, как и все комнаты в этом доме, через окно попадает большое количество света. Под окном находится радиатор, есть все розетки, в том числе и розетка для кабельного телевидения, и розетка под сплит-систему, если вы соберетесь ее в этой комнате устанавливать. На полу ламинат. Ну и поистине, королева этого дома, комната, которая мне действительно очень сильно нравится, это кухня, совмещенная со столовой. Почти 34 квадратных метра. Только вдумайтесь, у некоторых людей квартиры такой квадратуры. Здесь действительно можно расположиться всей семьей вместе с друзьями. На полу у нас ламинат. Здесь в зоне кухни у нас кафель. Пол с подогревом. Кстати, пол с подогревом вы можете сделать по своему желанию дополнительно в любой комнате этого дома. Также, естественно, расположены на разных уровнях розетки для вашего удобства, в том числе и розетка для проведения телевизионного канала. Что больше всего вдохновляет в этой комнате – это огромные окна. Вы только посмотрите, половину светового дня солнце светит с этой части через огромное окно лоджии и дверь, проходит вот таким вот образом, и вторую половину светит через эркерные окна, через которые попадает не только свет, но и тепло. Комната всегда хорошо отапливаема. Помимо этого, здесь висят 4 радиатора. Также сделана розетка под сплит-систему, если вы соберетесь сделать здесь проветривание. Ну и, конечно же, подведены все коммуникации. А мы продолжаем дальше и двигаемся на второй этаж. На второй этаж мы поднимаемся по красивой и очень безопасной лестнице цвета темного дерева. Кстати, на лестничном пролете, как вы и мечтали, можно развесить фотографии вашей семьи. Далее мы поднимаемся на второй этаж, где непосредственно попадаем в коридор, из которого можно попасть в 4 отдельных помещения. Первый из которых – это санузел. Санузел второго этажа мало чем отличается от первого, также облицован кафелем, также с пол с подогревом, как и во всех помещениях есть приточная вентиляция, проложены все розетки и коммуникации, есть точно такое же окно с рифленым стеклом. Единственное, что
санузел второго этажа несколько больше, 5,8 квадратных метров. Именно поэтому здесь уместится достаточно большая ванная, и вы сможете принимать ванную в удобное для вас время вечерком. Проходим в следующую комнату. Далее мы попадаем в самую маленькую спальню на втором этаже, 10,9 квадратных метров. Она также стандартно поклеена обоями, натяжной потолок. Здесь есть нативный выключатель. Если это будет детская комната, ребенку будет очень легко найти выключатель даже в темноте. Есть все розетки. Розетка под телевизор находится прямо напротив места, где можно поставить огромную кровать, и вам будет удобно смотреть телевизор вечером. Окно выходит во двор, где, возможно, раскинется ваш вишневый сад. Прекрасная комната второго этажа, 15,9 квадратных метров, почти 16. На полу также ламинат, обои, натяжные потолки, приточная вентиляция, розетка под сплит-систему, розетки по периметру, розетки на этой стене, плюс розетка для телевизионной антенны, окно во двор. Что отличает эту комнату от всех остальных? Скат крыши ее не очень сильно задевает, именно поэтому в комнате больше воздуха. Ее хорошо использовать как комната для старшего ребенка. Здесь легко поместится и большая кровать, и письменный стол для уроков. Ну, а мы пройдем в следующую комнату. И комната почти 14 квадратных метров, идентичная той, что мы видели только что. Абсолютно тот же набор: пол, потолок, обои. Единственное, что окно выходит на улицу, и ее часто используют как комната родителей, для того, чтобы родители могли видеть подъезжающих гостей, подъезжающие машины или тех, кто сейчас находится рядом с вашей калиткой. Сейчас подробнее о метраже и планировке помещений этого прекрасного коттеджа. Первый этаж встречает нас коридором площадью 11,3 квадратных метра. Санузел 4,5 метра. Спальня 12,8 квадратов. Просторная кухня-гостиная площадью 33,8 квадратных метров с выходом на террасу, площадь которой почти 26 метров. На втором этаже коридор 12,3 квадрата. Санузел 5,6 метра. И три спальни 11, 14 и 16 квадратных метров. Итак, мы рассказали вам о коттедже 125 квадратных метров. Узнать более подробную информацию об этом и других проектах вы сможете, позвонив на бесплатную горячую линию по номеру 8 800 2222 018. Посмотреть все предложения от компании вы можете на сайте sga23.ru. Там же информация о коттеджных поселках в Анапском и Темрюкском районах. Подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях. До новых встреч!